Остановка автомобиля сотрудникам ГИБДД обычно не самый приятный момент. Но в этот раз инспекторы не спрашивают документы, а вместо этого вручают цветы. Всего самого доброго. Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо. В честь Международного женского дня сотрудники ГИБДД провели уже ставшую традиционной акцию «Цветы для автоледи». Сотрудники полиции поднимают женщинам настроение, дарят автоледи цветы, конечно, напоминают о правилах безопасности дорожного движения, о правилах перевозки детей в транспортных средствах, а также о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток. Это уже не первая акция. Инспекторы ГИБДД поздравляют женщин таким нестандартным способом каждое 8 марта в течение нескольких лет.